Вызывай. А вот это сейчас приедется. Да. И уже обратно. Да. Да. Понял. А вот оно. О, кстати, если что, вот телефон запомнить. Что ж такого смешного нашел? Внимание, находится под давлением. А, бутылку. Осторожно. Ты мне здесь тут листья и сделай то. Фонтанчик? Да. Все. А покинь так. Студент наденет майку, внимание, находится под давлением, знаешь? Ну-ну. Поехали. Даже удивительно, здесь почему-то 15, а вообще же 14. Сейчас, а кто дверь держи, чтобы... Ну, да. Вау. Вау, смотри, деревья вообще разгребли. Вот я хочу, давай сейчас ограничу все виды из окна. Да. Вау. Ох ты, смотри, там впереди что строят. Четырехэтажки. Ага. Смотри. Это футбольное поле. Посмотри на эту деревню, блин, какие разгрузки. Я вижу, там, вот. Вообще пиздец. Слушай, да. Так. Да. Ну, нет, сюда в следующий раз тоже надо еще... Ну, если сюда еще поедем. Да. Если, потому что я пока буду не планирую. Давай, вызывай таблиц. Да. Я сейчас. О. Да. Подожди, а я думал сейчас поймать вот этот крыповоз. А. Вызывай. Все, просто сейчас там крыповоз. Да. Тот. Вот а кто я имел в виду телефон, понятно. Если что. Если вдруг связи здесь нет. Угу. Слушай, а тут похоже батарея, судя по всему, была. Прикинь, кто-то ее взял, знаешь, типа. А прикинь, открыть его. Водичку. Все, ты просто. Да. Я еще просто никогда вот этих новых не видел. Да. Этих гробовозок. Ну. Ой, гробовиков, тьфу, что я говорю-то? Зато плафоны такие длинные. Да. О, на самодной. Все, закрывай дверь. Да. О, а сейчас попробуй. Гонки устроить на лифте. Кто быстрее, крововоз или пассажир? Девушка, спасибо, что оставила. Опять гонки на лифтах. Да. Даже заводская пленочка еще осталась. Есть такой. Все-таки тот лучше по виду был сдох, поэтому я себе не видал, почему да, сюда зайти. Да. Это московская серия, но почему-то здесь не 14, а 15 этажей. Построим был на парке. Ну что, я тогда на 100 поеду.